Присядешь, пойдешь? Да. Сумка есть от Кесама. Ты же не в сумке! Что тут у нас? Здравствуй! Не хочешь ли поиграть? Шпионить будем заниматься? Давай, да. Конечно. Ты же баба, да? Я же баба. Какие люди. Крис. Че это с ним? Влюблен в Эшли. Он влюблен. Поэтому он... Оберегающий других. Методично ебет. Других. А не оберегает. Извини, ты моя секретарша. Он звонил. Ну-ну. Спасибо, дальше я как-нибудь сам. А это Эшли? Нет. Нет? Смысл? Черт. Он же других. А, ну да. О, кстати, я нашел кое-что любопытное. Что? Не скажу, сама увидишь. И там такой черный член огромный. Из стены торчит. Без видимых причин. Потому что с той стороны стены ничего нет, но член явно человеческий. И теплый. На ощупь. Так. Ничего себе. Найден улика. Ого, гляньте-ка. Класс! Это и есть самый опасный преступник. Я вот так и думал. Да брось, большую часть года здесь никого нет. Полная тишина. Та-да! Круто, а? Да. А что, в прошлом году не было? Ты смотри, какая прелесть! Прелесть? Тут не совсем подходящее слово. Зачем это здесь? В смысле? А нафига устраивать стрельбище у подножия лыжной базы? Слушай, а ты знакома с отцом Джоша? Ну да. Ну, он типа большой охотник. Попробуешь? Давай лучше ты какой. Так, ладно. Смотри, здесь начинаешь шутить. Начнем. Начнем. И что делать-то? Стрелять в это во все? Да. Опа. Вообще, пытаешься, все расстрелял. Просто. Герой. Ух ты! Молодец какой! Вот так. Готов. Так будет сказано. Не спеши задирать нос. Просто новичкам всегда везет. Везение тут ни при чем. Ну, попасть в большую бутылку с такого расстояния может кто угодно. Я думаю, не стоит. Да, зачем на белочку ранить? Вот так, получай! Получай! Да и снайпер, ехать пора. У меня только начало получаться. Пошли, видишь, типа бабочки вот эти разлетающиеся. Да, значит, типа, белка поможет тебе! Да. Выведет из подземелья! Или в битве с боссом. Да. Укусит тебя за жопу, и ты... Побежишь быстрее. Да. От босса, нахер. Ох! Да. Эх! Самому прям прохладно стало. От одной мысли отбился. Снова возвращаться сюда. Точно. Я вот прямо сразу вспомнила все в подробностях. Они их так и не нашли, короче. Да. Ну, то есть, типа, эти тела? Пропали, да. Ну, этот похоронил газовик. Да нет, они же упали там в какой-то с обрывы, в какую-то пещеру. Ну, то есть, типа, много летели. Там бомжи, типа. Боимся бомжей, да? После вас. Какой же ты. Так. Так. И на фуникулёре сейчас. Фуникулёр. Выбрали же местечко для дома. Глупые богатеи. Да ну, богатей. Всего лишь город. А рядом с домом еще при этом находится некая психлечебница.
Естественно. Ну, конечно же. Это же напоминает, знаешь, фильм «Сияние». Тоже хер знает где. Ну, гора высокая. Да. Днем она такая красивая, а ночью страшная, как спящий великан. Я говорю, что такая огромная инфраструктура, и никого вообще нет. Ну да. Я думаю, знаешь, как это лифтеры вызывают, иногда сломался. Паникуля. На. Я-то это уже все это самое осилял. Ты-то это уже все? Угу. Так, а мне что делать? Так это квест. Ну это типа квест, но не квест. То есть это, ну, кинчик. Кинчик. Любишь кинчик? Угу. Это Heavy Rain про школьников пишет на мистер БР. И это правда так. Я помню, мы с этим, с одним из разработчиков встретились на площади, знаешь, где в Кёльне куча всего тайландского дерьма. И ночью мы пошли с Логаном курить кальяны, в общем, там большой компании. И они рядом просто проходили мимо и сели в итоге туда же. И Витя такой говорит: я ничего не знаю про Until Dawn. И просто один из разработчиков, Рэй. Эль Рэй. Значит, подошел к нам и так и объяснил прямым текстом, что на самом деле, ну, если ты играл в Heavy Rain, то понимаешь, про что это, только персонажи 8. Поехали! Ура! Приключения! Надеюсь, мы не пожалеем. Чего? Что решили сюда приехать на годовщину. Джош просто загорелся идеей собрать нас всех вместе. Да. Вот это идея. Вот я вообще уж никогда не видел его в таком восторге. Вот и хорошо. Судя по всему. От него всего можно ждать. Джош любит человечину. Да, да, это хорошая идея. Только бы остальные тоже так думали. Ну, мы же приехали. Спасибо. Гора с плеч. Знаешь что, давай не будем говорить о прошлом. Хорошо же едем. Да, точно, ты прав. Знаешь историю с Джошем? Нет. Окей, третий класс. Джош сидел на задней парте, а я впереди. Мы вообще друг о друге не знали. Но сосед Джоша стал дергать сидевшую перед ним девочку за лямки лифчика. И учитель пересадил его вперед, а там сидел я. Ну и? А меня посадили назад. И? Вот это рядом история с Джошем, вот и все. Мы познакомились и дружим. Вообще. О да, рука судьбы. Если бы Джинни Смит не отрастила себе сиськи аж в третьем классе, если бы она не надела майку, из-под которой торчал лифчик, кто знает, ты бы ехала в этом вагончике одна. Вот так. Ну или вообще... Мне, может, не был бы. Да и Галицкого. Все благодаря сиськам, как мы понимаем. Естественно. То есть это жизнь происходит. Охламон оказался на вечеринке благодаря сиськам третьеклассницы. Sweet shit, пацаны. Если вы девушка и у вас в третьем классе были большие сиськи, напишите нам об этом в комментариях. Ой-ой-ой, кто-то приехал. Пойду поздороваться. Там трупы одни! Прикинь, вот это я бы охуел реально. Я бы это сразу 10 трупов из 10 игра. Ёпсмак. Джессика, сюда! Господи. Я не понимаю, в чем. Я же самому больно стало. Мы не можем отсюда выйти. Можешь нас выпустить? Пожалуйста. Не могу. У меня был знакомый с большими сиськами. У меня и есть такой. Так убийца, оказывается, сиськи. Так. Его имя Роберт Полсон. Неплохо. Что? Его имя Роберт Полсон. Читал «Бойцовский клуб». Когда Боб с сиськами там. Да, да, да. Эй, Крис.
Я следую урокам, Сэм. Тайные мысли других для меня всего лишь... Короче, все просто. Это клоун. Не будь свиньей. Это, не знаю, ну типа, умница, по всей видимости, которая блондинка с ним ехала в фуникулёре. Фуникулёре. А это проститутка. И что же такого страстно-эротического может вообразить наша Джесси? Мне интересно, кстати. Давай. Отдай! Даже не знаю. Что выбрать? Не знаю. Нам нужно какую-то логическую подводку. Почему мы должны... У нас хорошо все себя. Давайте так решим. У нас, в принципе, все нормальные люди или хуесосы собрались, которые все ненавидят. В комментариях? Друг друга. Нет. Или, ну, которые друг друга ненавидят. На вечеринку приехали. На вечеринку? Ну да, они приехали на одну вечеринку, они друг друга ненавидят, или они все-таки друг друга любят? Ну, типа. Ну, не знаю, любят, наверное. Тогда надо объяснять. Ну, ладно. Хотя, в принципе, пакость здесь тоже прикольная. Мы теперь вместе. Ух ты, Рама. Вовсе нет, все прошло гладко. Я есть Эминем. Играй по хероте, пишут нам. Ладно, не любит, пишет. Что будем делать? Что будем делать? Давайте, пацаны, решать в комментах. Пожалуйста, пишите нам. Как будто они друг друга ненавидят или как будто они друг друга любят. Ну, эту шлюху мы убьем явно. Я убил. Да? Ну, не специально, но так вышло. It just came that way. Как тебе вид? Просто с ума сойти. Иногда хочется просто стоять и смотреть. Стой и смотри. Не понимаю. Почему было не построить дом поближе к фуникулеру? Вряд ли тут он смотрелся бы так же красиво. И где носильщик, когда он так нужен? Так, мы играем за чернокожего, который несет чьи-то чемоданы. Интересная игра. Как вам? Ушел такой. Так. Люблю ходить в трениках. То есть, ты думаешь... Господи! Ребята! Майкл! Чума, вы бы сейчас себя видели. А если бы у меня сейчас рука дернулась? Класс. Рука отвалилась. Да ладно. Мы же друзья, правда? Зачем ссориться? Это безобидная шутка. Мы же в лесу, в зловещем лесу. Давайте проникнемся этим духом. Проникнемся? Серьезно? Ну ты кретин. Я пытаюсь поднять вам настроение. Не будь такой. Какой? Да такой, как сейчас. В тебе не подъедешь. Конечно, будем защищать. Майкл, ты отвали. Эмили и я, мы сейчас вместе. И так оно и будет. Второй раз повторять не буду. Так. Ты меня понял? Я-то надеялся, мы это забудем. Но раз так, как скажешь. Майк. Нет, 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 все отлично. Я пойду вниз по дороге и обещаю больше не валять дурака. Обиделся. Нет, вроде он понял. В роли альфа-самца ты очень привлекателен. Так вот, да-да-да-да-да. И чемодан. А ты не мог бы отнести это наверх? Сумки? Да, только все сумки. Все сумки. Мне нужно найти Сэм. Ладно. Извини, мне правда нужно. Совсем забыла. Надо поговорить с ней до того, как мы придем туда. А потом нельзя? Почти пришли же. Это важно, Мэтт, пожалуйста. Эм, я думаю, тебе совершенно ни к чему ходить тут одной. Серьезно? Да. Холодно и уже темнеет. Ты настоял? А ты собрался укрыть меня от темноты? Я оставлю вещи здесь и пойду с тобой. Их никто не украдет. Мэтт, ты издеваешься? Ты не можешь оставить меня одну на 5 минут? Ты так плохо обо мне думаешь? Я не так поняла. Почему ты меня не слушаешься? Почему всегда споришь? Что бы я ни сказала? Извини, Эм, я просто пытаюсь помочь. Если ты хочешь помочь, просто донеси вещи до дома как можно скорее, ладно? Тряпка!
Что ж. Нет выбора. Ладно, как скажешь. Спасибо. Вот это вот да, вот это вот да. Да, хорошо. Статус обновлен. Угу. Короче, там дальше сейчас будет тоже самое связанное с этим. Потому что она действительно пошла искать Сэм. Да не. Она пошла к Хера Игору. Крепкого себе искать пошла. Так. А Крис кто такой? О, блядь. Да, да, я тоже. Я ничего не помню. Кто такой Крис? Я вроде играл 64, но ни хера не помню. Напишите в комментариях, кто такой Крис. Напишите, кто Крис. Реально, как Санта-Барбару смотрим. Пиздец выбор, пишет Джек Кучер. Нет или точно нет? Кучер. Убейте Эшли, пишет нам. Ну и чё ты? Ничего себе. Проститют! Готовы снова подружиться. И даже больше, чем подружиться. А разругались... Слушай, ну... Участники нашего... нашего клуба ВКонтакте... Эй, о, извини. Извини, я не хотел тебя напугать. Ну ты даешь, Мэр. Ну, в смысле, я все-таки хотел тебя чуть-чуть напугать, но типа не так сильно. Дурак, вот дурак. Слушай, Эшли, ну извини меня, пожалуйста. Ладно, ничего. В общем, участники нашего сообщества хотят, чтобы мы... чтобы они ненавидели друг друга и умирали массово. Поэтому... Вот, пожалуйста. Вот так вот, Эмили. Что за фигня? Это же ничего не значит. Не значит, ты думаешь? Ну, для да, Эмили все ничего не значит. Так ведь? Я не знаю. Вот ведь. Вот ведь шлюха. Что она себе позволяет? Как бы вы поступили, друзья, на месте Мэтта? Ну, если бы вы, при условии, что вы, значит, чернокожий парень, который таскает сумки по жизни. For a living. Ну, то есть, ваша работа, она же не просто так попросила, все равно ты каждый день занимаешься. Это она что, секретарь фуникулюра или что? Что она все время... Она фуникулюра? Здесь мастурбирует, пока никто не видит, на лавочке. Окей. Ах, вот значит ты как. Выходи с поднятыми руками, ты окружена. Выходи с потными руками. Ну что я могу поделать? Что остается нежной юной мятежнице? Только сдаться сильному военному, который пришел взять меня под стражу. А, трюка какая. На. Черт. Слабо стараешься, герой. Где же ты прячешься, моя девочка? Я бы застрелил суку ее бывшего, пишет Джек Кучер. Ворона! Вестник смерти! Круто сделано, мне очень нравится. За шиворот. Уголь обычно стоит волыну в таких случаях. A good nigga. От меня не спрячешься, Майкл. Я тебя знаю как облупленного. Через сколько часов будут убивать? Через минут 20. Эй! О, нет. Да ладно! Черт, Джесс! Что ты наделала? Она ее убила? Бедная птичка. Бедная маленькая печушка. Джесс, ледяное сердце. Но я же не нарочно. Реально грохнула? Боже мой. Майкл? Победа. Все. Моя взяла. Добро, но ебано пишет. Тварь! Шлюха, себя убей! Убийца воробей! Сука, птичку жалко. Птица была убийцей, все, но... Вы достойны, братья. Ёб вашу, пизда, так и знай. Убийства будут сейчас. Лучше бы шлюху грохнуло. Смотри, тут вообще прям начались... Тут реакция прям. Смотри, давай. Снежком ей... Да, ну ладно.
Вы хоть читаете, иногда лучше выбор ничего не делать. Я знаю. Чего вы такой тупой-то? Секс на мертвой птице. Да! Сейчас будет кое-что! Господи! Что случилось? Да, это просто жесть. Сосулька, что ли? Нас чуть не убило! Да, блин, надо есть... было... А было бы круто, если бы похудела. Черт. А ты оттолкнул его, что ли? Да. Что надо было сделать? Да-да-да, ну типа. То есть его могли грохнуть, что ли, прям сейчас? Да, прикинь. Да. Давай, каждое десятое действие, слышишь? Каждое десятое действие... Нет, каждое... Десятый выбор? Нет, каждое десятое выбор мы ничего не делаем. И смотрим, что происходит. Нет, каждый третий. Нет, это получается... Каждый третий. Это QTE, выбор-то все равно надо делать. Выбор все равно делать. Нет, там есть выбор на время, где ты можешь ничего не делать. А, окей. Ну, QTE запарывать тоже. Я надеюсь, что время, проведенное в кругу друзей, пошло тебе на пользу. Каждый 10 это редко, ну да. Ну, в этом и смысл. На сей раз... Мы попытаемся отыскать... Нет, мы не могли его грохнуть, пишут нам. Трули Стракер. Почему? Сосулька в мертвую птицу воткнулась бы. Ты увидишь там картинки и символы. Пожалуйста, ответь мне, какая картинка в каждой группе вызывает у тебя беспокойство? Тебя беспокоит мужчина в костюме? Да нет, меня никто не беспокоит. А если побеспокоит? Гей-тест, пишет нам Трамваев. Так. Так, и что, беспокоит ли? Кто это в жизни? Это актер... Это... Что? Что такое? Ага. Так. Да, самолет, конечно, меня беспокоит очень сильно. Да. Так. Так, высота. Ну да, скорее. Ага. И что, может быть, они потом нам будут... Кастомизированные квесты давать? Возможно. Относительно того, может, что сейчас выглядит. Глаза так забегали, Георгий, реально от этого факта. Это было бы круто. Кастомизированные квесты! Я настроил свою игру. Да, спасибо всем большое за поздравления, классно. Это типа ёбнутый на голову убийца? Киану Ривз. Когда подкаст, суки! Пишут нам капслоком. Вскоре. Реально гей-тест. Ну, что у вас за травма? 73 человека за то, чтобы мы убивали героев, и 41 человек за это то, где? Что, чтобы мы старались сохранить им жизнь. Это ВКонтакте. А. Уже 74 смотри. Человека. Ой. А почему клоун именно так нарисован? Я не знаю, я такого увидел клоун, я просто обосрался а может на быть, месте. Не, может быть, наши зрители нормально видят просто клоуна, а мы видим вот такого клоуна сейчас, потому что боимся клоуна. Конечно, куча говна слева. Это черепашка-ниндзя, по-моему. Кровь. Это кровь. Ну да, ну типа гор. Ну, наверное, да, наверное, кровь. Ворон-то ничего. Ох. Я тебя напугал, прости. Такой по столу, на! Не нервничай. 91 человек голосует за насилие. Реально. Старайся отвечать быстро. Чем меньше ты раздумываешь... Тяжело говорить, пишет нам ДНС Кириллин. Но по результатам теста, Георгий, вы гей. Так. У меня неделю назад был ДР, и я тоже с парнями в PS4 играл. Я нормальный. Кровь кишки распидорасила. Кровавые оргии с новогодними зверушками South Park во имя сатаны. Угу. Вы тоже испугались? Да реально, зомби, да хер бы с ним. Он вообще жуткий. Как-то на гербе Перова, это при въезде в Перово, было, ты не застал этот момент? Клоун на грудь. Да, вообще пиздец такой страшный. Реально, каждый раз как будто ты в ад просто приезжаешь. Короче, кишков в нашей игре, видимо, зачем? Будет много. Очень любопытно. Итак, вы не любите кишки. Стараешься. Спасибо. Змеи, клоуны, потроха. Тянет на хорошую вечеринку, да, уж точно. К сожалению, наш сеанс подошел к концу. Но ничего, мы скоро увидимся.
Крутая тема с психоаналитиком. Очень круто. Да. Ну, то есть, ты... Я не до конца понимаю... В чем его роль? Да. Но потом, скорее всего, естественно, это все подправит. Двух серий храни. Клоуны да пугало, это, конечно, хорошо, но я сюда пришел понять, покупать негру или нет. Что за херня здесь творится? Пацаны. Ты не туда пришел. Да, you're no neighbor, худ там туда-сюда, мазафака. Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей на ежегодных зимних каникулах в Блэквуде. Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время, и пусть эти каникулы будут незабываемыми ради моих сестер. Мне нужно найти Сэма. Судя по всему, он и будет убить, потому что он хочет убить всех, кто убил его сестер. Меня посадили назад. Шутничко! С Джошем, вот и все. Бум. Эффект бабочки. Кинематографичненько. Главная актриса — жена Кличко, да, мы уж поняли. Правда, как и не замечал. Сложный. Ты здесь вырос, тебе она должна казаться меньше. Да, пожалуй. Вы бы тут хоть сотовую вышку поставили, телефон вообще не ловит. Если у тебя есть лишний миллион, тогда мегом устрою. Да, конечно, сейчас. Ставил другой куртки. Упс. Ребят, нормально добрались? Да. Ну, в общем и целом, я рада тебя видеть. А с ним что? А вот за него можно играть, который режет и кромсает? К сожалению, по всей видимости, нет. Ну вот. Но мы бы хотели. Эй-эй-эй! Ну так что? Эй-ё-ей! Когда-нибудь слышал такой? Эй-ё-ей! Мы не будем сплетничать, конечно. Эй! Ё-ей! Наверное, тяжело возвращаться? Стоп! Ну я просто... Я тебя понял. Со мной все нормально. Я хочу, чтобы мы хорошо провели время, понимаешь? Ну, типа, как раньше. Ах ты ж, вот зараза. Что, примерз? Ну да. Слегка примерз. Но все заперты. Что, здесь нет ни одного окна, которое можно, ну, типа, поддеть? Не понял, ты предлагаешь вломиться? Ха, да ладно, какой же это взлом, если ты хозяин? Эй, я могу и полицию вызвать. 133 человека за насилие против 68 уже. Вот так. Сколько? 133. Ага. Ну, Петя и Гоша, здрасте, здрасте. Привет, глубокий нига. Привет. Тут трахаются. Перевод. Блять, прикинь, сложный. 9 часов до рассвета. Короче, ну, что только не происходило в комментариях, пока я туда не заглядывал. Хорошо, но да. Замерзла только. Сейчас бы завернуться в плед в огне. Да, звучит заманчиво. Че у них имена такие дебильные и незапоминающиеся? Спрашивает нас Валя с 33. И этому человеку 34 года. Джош — это мистер робот? Ну, видимо, да. Кому 34 года? Не знаю, кому. Мне не 34 года. Тебе же не 34 года. Я же подумал, ёб твою мать, добру 24 года. Я сам подумал, ёб твою мать, 34. Это что, мне что ли? Я такой, нет, не мне. Так, так. Пойдем. Эшли сегодня потрясно выглядит, да? Вот уж точно в тихом омуте черти водятся. А с виду тихоня. Да, я бы совсем не прочь покувыркаться с ней в снегу. Давай, давай, давай. Я бы не тоже, знаю. Давай вдвоем. Ну да. Скажи мне, когда же ты наконец ей засадишь? Вот так вот внезапно. Я бы не против. Да ладно, чего ты тянешь? Вы и так все время проводите вместе. Да, но мы друзья. Послушай, ну оглянись, посмотри, какая красота. И здесь нет родителей. Что может быть романтичнее, чем эта прекрасная обстановка, сулящая любовные приключения? Ты и Эшли наконец-то наедине. Жа, Эшли — это подруга черного парня. Ты был настоящим джентльменом.
И теперь она от тебя не уйдет. Можно и так. Ты охотник, братан. Бесстрашный, беспощадный. Все, я никуда не деться. Ладно, ладно, я понял, ясно. Клоуна, господи, так. Ну, так что... Имена говно. Засади! Ебля без родителей. Так будет челлендж какой-нибудь, ну, чуть позже. Эшли, это баба, нет, да нет. Сэм в шапке. Ебля без родителей, это бездуховно. Эшли, та, которая сидит на ступеньках вроде, по-моему, нет. Та, которая сидит, минутку, на ступеньках. Ура, секс! Эшли, это Мэг из Гриффина. Кобура для топора! Кобура для топора? Там было написано «Найдена улика! Кобура для топора!» И видишь, топора нет! Топора! Где топор? Топор в кобуре! Верни топор, сука! Топор не в кобуре! Настенная кобура! Че, правда, что они так называются? Кобура, наверное. Настенная кобура? Ну, кобура — это вот эти ремни. Не ящик, а ремни, видишь? Кобура. То есть ты убираешь... Это кобура. Лезвие. Это хорошее слово, кстати, кобура. Кобура. Ну, иногда кобура! Не знаю, кокарда еще классное слово. Рваный плакат. Рваный. Рваный плакат. Черт, телефон почти съел. Пришлось отключить GPS. Спрячьте топор в кобуру. Где он может быть нужен? Опять ты о телефоне. А что такого? Ты только о нем и говоришь. Ну, это же незаменимая вещь. У тебя есть приложение для открывания дверей? Так, так, так. Да ты у нас голова. Хвалю. Угу. Нига, топор гопнул. Ну что, физика отпечатков на снегу. На пятерочку. Гж. Кстати. Су, что барсук придет. Что ничего ты сделал? Себе. Да это он так залез. А, да? Порядок. Порядок. Надо было чаще на скалодром ходить. В спортзал, что ли? Ну, там, где по стенке лазят. Тупой! Опа. Это я сделал? Да нет. Вот. Держи. Стой, Крис, у меня есть крутая идея. Так. Сто пудов. Что за идея? Так, значит, в какой-нибудь из ванных комнат наверняка есть дезодорант. Попробуй-ка его поджечь. Я что-то не понял, зачем мне его жечь? Он пшикает, это спрей. Да, теперь понял. Огнемет. Мы так в солдате скалодром. Ага, и расплавили. Короче, направь спрей на зажигалку и... И замок катает. Точно. Ладно, ты понял. Мне тут надо кое-что сделать. Готов немного пожить. Зайди в аукцион. И пальни, короче, настройки, параметры. Сделай чуть-чуть погромче игру. Чуть-чуть. А оно все и так на максимуме. Ну, да. Че, может, микрофон-то... может, микрофон потише просто сделать? Как? Не знаю. How можно... do you do that? Нет. Ну, погнали. Окей. Так. Диалоги в оригинале. Ой, хорошо. И направь в сторону лобка, спасибо. А чё, просто зажигалкой нельзя прогреть? Надо техбес нарушать. Нет, но придется. Нет, но придется. Помощь, пилигрим. Твою мать. Твою мать! А может ли поджечь? У меня есть идея, пишет нам Трамваев. Оттарабань меня. Да. Ты закачаешься сейчас, я тебе когда расскажу. Так, что это, тотем? Опять тотем. Тотем утраты. Могу ли я сгореть? В дезодоранте.
О, наша героиня, друзья, наша героиня Алена Кузьмина 95 что? Прислала нам текст новый. Это значит, что завтра я его выложу. Про что? Про то, как в России сейчас развивается бизнес гик-мерчендайза. Кружки все эти, футболки, да, с боевыми жабами, короче. Хорошо. Нравится. Так что завтра читайте. Faggots. Заберите так. Когда заявил Within? Вообще потом. Скажите, когда будет убийство, пойду посру. Картинка. Я, короче, долго бродил. Я заманался искать дезодорант. Семейный портрет! Да что ж такое? Какие кружки футболок тут на игры, да денег не хватает. Это да. Еще что? Перископ. Сик нету. Ну, сначала сигарету, потом перископ. Блядь, хороший череп. Добродеев пишет нам Павер Петров Кем. Ты лучший, держу фан-клуб в Сибири в твою честь. Классно. Пойду пасу в свой фан-клуб. В честь фан-клуба. Зайду в фан-клуб, пасу. Штаб-квартиру своего фан-клуба. Да, да. Так, нам, в общем, надо подняться по лестнице. Этот момент я уже проходил. Тупить можно бесконечно. Очень большой дом, и можно, в общем, запутаться и начать ходить кругами. Но ванна на втором этаже. Помню я это, потому что я был на превью-ивенте Until Dawn в Лондоне, где нам дали поиграть в сцене, где Сэм выбегает в одном полотенце из ванной и бежит от маньяка прочь. Так. Вот она. Все потому, что я машина в переработке кваса. Да. Что такое? Я нашел ванну. Бэттер! На, смотри. Эй, бэттер! Тебе надо это сделать. Вот сволочь! Ту-ту-ту-ту-ту. Я хочу звуки вот эти вот такие страшные. Сука, нужно магаз, но вас же не поставишь на паузу, потом не посмотришь. Но мне тоже надо в магаз, и вас же не поставишь на паузу. Твич, прошлая трансляция. Петр, вы лучший, не держу фан-клубов ни хера нигде. Благодарю, благодарю. Я буду здесь всю неделю. А это пьяное даже до рассвета? Типа, когда чёрт, страшно бухаете? Чёрт, не, это просто даже до рассвета. Что это? Георгий, капслоком, вы слишком часто писаете. Сходите к врачу. Нет, это просто потому, что я выпил уже почти 2 литра кваса. Ему уже ответили. Несколько литров. Это отвечает моей концепции 3К. Чё-то быстро Добродеев посрал. Да, милый, да. У вас все сдохнут, вы ведь играть не умеете, даже в МГС. Хотя тут тоже очень холодно. Я разведу огонь. Всё на прежних местах. Тут никого не было. Дезодорант Инферно, да. Ты обратил внимание, что дезодорант назывался Инферно? Какая тёлка Сана? Мне непонятно. Привет. Привет. Чувствую себя как дома. Окей. Да. Заходи. Располагайся. Бери, что хочешь. Ты ведь всегда берешь, что хочешь, правда? Такой заход с маньяком. О, а что это за проценты? О! Это я включил. Процент глобальный выбора. Как ты это сделал? Настройка. Серьезно? Тут есть такая тема? И что? Мы давно не виделись. Ну, обнялись. Что такого-то, а? Это запрещено? Типа, кто выбрал помощь зала, фактически? Ладно.
Будем считать, что так оно и было. Знаешь что? Можешь думать, что хочешь. Твое право. Смотри мне, Майк. Такой. Реально, и ушел. Так, смотри мне, Майк. И сел. Процент соблазнения черного. О, господи, это так пошло. Ты пытаешься всосать его лицо? Ну, правда, ты посмотри, как она старается. Расслабься, милая, никому твой Майк не нужен. Прошу прощения, ты что-то сказала? Ты что? Кстати, нет, убийцей не может быть Джош. Твой красавчик. Потому что я Джоша распилил циркулярной пилой. Все, хватит. Я убийца! Ты бы, может, поскромнее немного, Джесс? А тебе завидно? А негр реально приехал и что-то поверил. Видно, что он, короче, с большим трудом отстаивает свою позицию. Мне вообще насрать, что ты думаешь. Я хоть умею думать. У меня высший бал на выпуске. Мне не придется, как тебе ноги всю жизнь раздвигать. Да? А на кой мне сдались твои оценки, когда природа одарила по полной? Да ладно. Ты-то своей отвислой задницей на хлеб не заработал. Серьезно? Это типа оскорбление? Эта сучка что, под крэком, что ли? Придержи-ка язык, Джесс. Поняла? Нет. Сам не суй нос в чужие дела. Командовать он мне будет. Ну, сейчас я суну нос в твои дела, сука. Хочешь разобраться? Ну что, пошли разберемся. Хватит! Мы не за этим сюда приехали. Это очень плохо. Это не очень плохо. Так, если мы 10 минут не можем провести без ссор, может, устроим перерыв? Майк, почему бы вам с Джесс не заглянуть в гостевую хижину? Да, хорошо. Что этот нигер себе позволяет? Лишь бы подальше от них. Вариант, сучка под крэком, хочу тоже, где? Да, я тоже не понял, мы же на вечеринку приехали. Это что, сучка под крэком, а мне вы не сказали такая? Где весь крэк? Да. Ну что, Джош, разведем огонь. Где моя сумка? А? Сумка, маленькая сумочка, ну, с розовым, на Родео Драйв купила. Мэтт, ты меня слышишь? С розовым? В каком смысле? Ну ты что, не помнишь? Рядом с магазином итальянской обуви, где я взяла шпильки, а ты свалил вешалку, заглядевшись на девицу за прилавком. Эй, она просто спросила про надпись на футболке. Она, конечно, насрать ей было на твою дизайнерскую футболку. Да что ты прицепилась? Найди мою сумку. Господи, Эми, ты могла просто забыть. Чтобы я забыла сумочку? Сдурел. Что-то охамевшая просто. Реально, шлюху надо убить просто. Эмили ее зовут, Виша, не ешь, все. Ну, милый, пошли искать. Потом согреемся? Еще как согреемся. Ладно. Ладно, идем. Так это, может быть, его член был, но из стены торчал. Так, а я ванну приму. Убейте Эмили, Христа ради! Нажмите О, чтобы зачитать рэп. И Б, чтобы заиграть на басу. Как в Сауф-парке. А далеко тащиться до этой вашей хижины? Эта хижина будет самым уютным и романтическим любовным гнездышком в твоей жизни. Еще бы до нее дойти. Ну, надо же верить в удачу. Ну, может быть, она тебе и улыбнет. Эй, порнозвезды! Вы забыли это! Порнозвезды? Я бы позырил. Как пошло. А, простите, что выставил вас. Да забей. Но я думаю, вы там найдете чем заняться. Угу. А почему он их отправил? Ну, скучай. Типа заебали или что? О, чуть не забыл. Вам нужно... Все лица персонажа с актеров захвачены. Genius! Задница ничего, согласен. Но не очень большая. Ты серьезно? Недостаточно большая. Нет. Мужик слишком много болтает про хороший секс. Походу у него маленький член. Да они посрались. Так оно и бывает. Как испытание угробить всех. Он их отправил трахаться в домике. Не, я понял. А
А это чувак из сериала «На Тихом океане». Господи, сколько сериалов вы посмотрели? Эй, красавчик, успокойся. Только хотел предложить. Смотри на них. Подожди, они кривляются? Не знаю. Надо. А как на жопу? Вот. Во. Ну. Ладно. Но, знаешь, не так-то просто правильно навести фокус и не завалить горизонт. Ах, ладно, пошли, мне уже не терпится. Ей не терпится уже, реально. Такой зуд испытываю, дорогой. Ты не представляешь. Куда мы собрали рюкзаки? Мы не собирали. Это дом 2 от Sony. Да, добро, что ли, играет? Да, плотва любит селфи, да. Чуваки, кто МСК, губухнем. Реально, скоро начнется трахай женщин без регистрации в твоем районе. У нас в комментариях. Звук снега аутентичный. Эмили просто дура, если считает, что может вмешиваться в наши с тобой отношения. Хорошо бы эта сучка пошла за нами шпионить, и ее сожрал медведь. Да? Согласен. При тебе у нее башню рвет. Неужели? Жутко ревнует. Ну и пускай. Хрюш такая. Да. Курево, курево по дешевочке. Трахай карликов, их можно пнуть, если сучиться начнут, или в кармане носить с собой. Интересно. У них есть отношения? Да! У этих двух есть. Ну, такие. Где генератор? Где генератор? Эй, да. Майк, ты вообще собираешься искать генератор? Там цветочек. А, нет. Тотем смерти! Так, покажи мне. Может, вот ты так. Все-таки сгенеришь себе немного желания запустить уже этот долбанный генератор? Шлюха. Попробую наорать на него, как ты орешь на меня. Вдруг сработает. Ладно. Так, посмотрим. Просто вообще. Неплохо, Майк. Ну ты волшебник. Что-то рот жует. Петр и Гоша, вы там трезвые все еще? Что делать? Да. Ты обоссался? Нет. Дизелек-то работает. А может, убийца Витяй? Его как раз нет на стриме. Он убийца бутербродов. Витяй? Сегодня. Да. Ну. Сезар, а ну откройся. Очень много движений. Неплохо, да? Да, полный восторг. О, да, сплошные хиты. Че? Шо? Там музло играет. Тебя возбуждали? Пока что-то не похоже. Еще как возбуждали. Меня все возбуждает. О, секс потом. Секс-поход. Мы с Георгием идем в секс-поход. Пацаны, погнали в секс-поход. Мне кажется, будет... Это не очень хорошо. 913-9963. Вдвоем идем в секс-поход. Да. У меня будет тройня. Назову Витя, Петя и Гоша. Неплохо. Ловко реально. Девочки, как много ваши малыши... Что?
Мой вроде говорит, но как-то под настроение. Сегодня перед прививкой на приеме врач спросил, много ли гулит, а я не знаю, что сказать. Уж точно немного. Прямо дрожь пробирает. Даешь горбатую гору, палатку Ванус. Устройте секс-поход для комьюнити. А куда нашему комьюнити хотелось бы заходить в секс-поход? Давайте, можем устроить секс-поход в Перово. Думаю, они рады, что их помнят. Наверное, хорошо так думать. Наверное. Шевели буквами, шлюха. Что это? Шевели булками. Шевели грудями. Ну все, конец. Ты это слышал? Да. Чат стрим превращается в Woman.ru. Это мы не пройдем, тропа завалена. Да, это бестрин, там через шахту начнется. Горячий шоколад с Эми. Джесс! Чё? Джессика! Я тут. Все нормально. Блин, ты меня напугал. Думаешь, мне понравилось? Руки-ноги целы? Ну да, руки-ноги вроде на месте. Все 7 штук. Ага, смешно. Сама вылезешь. Я угораю с этого. Не знаю. Такой стоит. Я же тут почти ничего не вижу. Да, такой, ты вот ту тележку подтолкни. Ну тебя нахуй, я не полезу к тебе. Пролезешь? Ладно, я сейчас попробую. Смотри, у нас... Пусть баба работает. Очень тяжелая. Не накачалась. Косу, косу привели. Так. Давай еще раз. Она тихо тяжелая. Я говорю, попробуй еще. Нет, Майк, слушай. Я туда не полезу. Если можно. Да и хуй с тобой тогда. Не, я пошел, ладно, вот тебе фонарь. Подожди, подожди. Давай сбросим фонарь, вообще очень круто. Ладно, Джесс. Я бросаю фонарик. Слышишь? От винта. Чего? Вот, ну, короче, кидаю. Нашла? Да, да, нашла. Ну, класс. Джесс, что там? У тебя все нормально? А, тут что-то есть! Что? Кто-то живой! А может, это просто летучая мышь? А, мышь? Ладно, я сейчас спущусь. Погоди. О, там ты, там был, видел? Укусит она тебя. Ты так уверен? Укусит! Я боюсь. Протиснуться. Почему нет какого-то элемента, чтобы протискиваться? Тут есть элемент, чтобы не двигаться. Блин, привет. Привет. Реально, я вижу, некоторые люди заходят к нам на стрим, просто чтобы в комментарии написать «Член!» «Член!» Нормально, людям надо высказаться. Выпустить пар в воскресенье. «Член!» Ты живой? Да. Все нормально. Да. Все нормально. Такой валяется под рельсами. Частицы, частицы. Член, 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 член. Ну, короче, ничего. Вайп членами. Можем тебя обнять, поддержать. Давай сперва до хижины дойдем. Не. Сперва до хижины. Сперва до хижины. Угу. До хижина. Сперва до хижина. Ла-ла-ла-ла-ла. Еще один тотем.
Покажи нам. Систи. Да, есть такой. Тотем, тотем удачи. А, типа, если это будет, если она выживет. Да. If. Нет, это мы уже видели. Да. Так, хачапури приехала. Не, подожди, да, наверное. Давай. Мистер хачапури. Мистер хачапури. Алло. Алло. Да. 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 Да, хорошо, сейчас. Спасибо. Да. Слышишь, иди, ай. Ты можешь встретить чувака? Он на улице, что ли? Нет, он, типа, вроде как, я просто не знаю, какие там ключи. Давай. У тебя. На. Давай, я тебе дам денежку. Давай. Так, а я сейчас продолжу. Давай. Продолжаем. Давай. Так, что? Что он делает? А что случилось-то? Да ничего, вроде, пока. Чё-то он смотрит на что-то. Ребят, чё, в комментариях напишите, чё вообще происходит. Я не понял, я отошёл немного. Так, чё делает-то он? Барсук в имени у Петра? Окей. А, во, всё, я понял. Так, идём на лестницу. Идем на лесенку. Хорошо так все нарисовано. Прям вообще хорошо. Частицы. Главное, частицы везде. Обожаю частицы. Так, ну и где массовое захоронение? Там вот это вот все. Мы же в шахте. А, вот и они, видимо, кстати. Окурок? Кто додумался курить сигары? Свежий. Свежий, надо докурить. Ну чё там? Там, да? Чё, ты накуриться решил? Да. Нашёл окурок сигары. Я нашёл вход в кладбище, по-моему. Серьёзно? Ну, вон, смотри. Я сюда не заходил, кстати, когда играл. Смотри. Кажется. А, нет, просто мистический символ. Сраный. А? Сраный. Сраный мистический символ. Типа святилище. Вот, святилище индейское. Понятное дело, уж явно шахтеры наливали в перерывах. Точно, похоже на какой-то алтарь. Алтарь для кого? Зажми бабу и трахни. Чё хачапури стоит? Писки по... Покажет. Барсук хачапури приносил. Да. Глянь, ты таким темпом, мне кажется, до дачи не дойдешь. Хреново здесь техника безопасности. Я думаю, пора. Так, а мы как-то это, ну, сейчас или потом? Не знаю, я хочу жрать. Давай. Да? Да. Так. Ой, нет! Выключаю. Все это, все. Да, во, класс. Незаметно стемнело. Так, куда идти? Балку упала, идем наверх. Что тут есть? Что есть? Так. Боже, карта шахт. Как тут все еще не рухнуло? Действительно. Угу. И действительно, как тут все еще не рухнуло? Так. Так. Пожалуйста, Юрий. Благодарю. Ну где то тут? То ли я забыл этот момент, то ли я в натуре сюда не ходил. Я говорю, где тут... Да ты, блин, здесь был точно. Где массовые захоронения? Это я не понимаю. Мы же в шахте. Должны найти много трупов. Да. Эти стены должны быть в черепах все. Угу. Что-то там каратит. Хачапури лучше. Я тебе говорю. Так. Невероятно. Невероятно. У-у-у. Не, очень круто все нарисовано. Очень атмосферно.
Мне нравится. А что это за игра такая? Until Dawn. Мне нужно идти и слышать, как снег хрустит. Ну-ну. Я думала, тут реально хижина, как у Линкольна. Сейчас видишь спальню, Линкольн. А ты что, решил поиграть со мной в президент? Прокатись на борту номер один. Ладно, только не надо. Жесть. О, телескоп! Погляди на деревья, погляди на небо. Там мертвые! Опа. Что? Возле хижины кто-то есть. Да. Да, Игорь. Ничего не понял. Еще хуй. Раз, еще хочу. А у тебя очень ограниченный какой-то поле да, обзора, да? Да. Ты здесь был вообще, или ты уже нажрался? Нет, я помню. Я, видимо, нажрался, тут протрезвел уже. Все, в этот момент. Так, окей. Боже, хачапури еще теплый. Завязывай с коньяком по утрам. Там на, никого нет. Я тебя сменю. С коньяком по утрам. Может быть, так. А может быть и нет. Да нормально. Так, куда ты идешь? Обратно в камеру? А ты из камеры пошел? Угу. Вот. Оп, а? И на себя. Блин! Ёбаный белый голубь! Проклятый! Крыса скрыли! Бедный Майк, тебя так напугала эта маленькая серенькая птица? Да они мерзкие! Заразу всякую разносят! Реально, прикол этой игры, что можно и есть, и играть одновременно. Ну, не во все моменты. Но, большинство. Было круто сделано. Ммм. А? Скриншоте. Ну да. Подливу пустил. Да? Ты, кстати, смотри подливы, там подливы в хачапури. Да-да-да. Чтоб тебя, Джош. Не мог хотя бы дорогу для гостей слегка расчистить. Брось. Что? Не знала, что ты из тех, для кого стакан всегда наполовину пуст. Что я такого сказал? Ну-ка, отойди, нытик. А, ну-ну, выпендрёж. Эй, Майк, что это у тебя такое на лице? Ладно, ладно. Сама напросилась. Джесс! Джесс! Я базарю тебя. А, сейчас будет это. Это я видел. Что? Когда она в ванну залезла, и потом бежит в полотенце от маньяка, да. Ну, думала, это будет не сейчас. Ванну принять. Ну, не прямо сейчас. Okay. Тебе в этом деле помочь не надо? Как смешно. Или сейчас. Да, шутки процесс, конечно, серьезный. Ну, серьезнее. Тема серьезная. Да ладно. Что, Джош, сумеешь подключить горячую воду в своем роскошном доме? Так, еще куда? Ого. И что это такое? Так, what's this?
Дулма хурма. Да, долма, да, да. Так. Ой. Мужики, сделайте игру тише, а себя громче! Петр, будешь играть Dishonored Definitive Edition? Уже играю, кстати. Очень рад, что замечательную игру, вообще замечательные игры переиздаю. Чё там? Чё-то давать мне кому-то. Почему? Какого хуя просто не включить свет, сука? Слушай, да... Я вот просто не понимаю, что люди вот хотят вот, вот какие-то вопросы вот постоянно задавать. А что надо делать? Где? Тут. Тебе надо найти, где а, включить горячую воду. Там, на галерке. Есть для вас одно предложение. Какое? Вот что это. Там есть один хинкал. Хинкалюшка одна. А что ты решил взять одну хинкалюшку? Чтобы добить сумму заказа. А, что не две? Бери. А вот это что за блины? Кутап. Кутап? Да. Спонсор нашего стрима Джон Джоли. Да, ресторан. Грузинский ресторан Джон Джоли. Грузинский ресторанчик, я бы даже сказал. Да. Там они так пишут. А блин с чем? А, он типа это? Он, по-моему, с мясом. Внутри? Да. Прикинь. Просто не пробовали, да? Если... Нет, такого... Я почти уверен, что где-то в этом безумном доме появлялась гадальная доска. Ультра Вайленс. Гадальная доска? Да, да, прикольная штука. Да ерунда это все. Так, для хохма. Для хохма. Братан, мы часто вызывали, я и... Ну... Эй, Джош, отсутствие горячей воды — это очень большой прокол. Да, да, нужно просто бойлер включить внизу, в подвале. Гостеприимный такой парень. Да, ты, короче, иди в хижину, хер знает куда. Там дорога не расчищена. Пошли искать. Пороемся в разных сокровищах. Ну, ладно. Давай. Класс, вы не пожалеете. Пойдешь за компанию? Так. За компанию. А за компанию я всегда. За компанию вообще что угодно. Мы с Антоном Логвиновым сегодня прекрасно пообщались. С днем мудачила приходит от Антона. Я вам пишу спасибо, сосед член. Ссал на тебя, здоровье. Он мне отвечает. А я не зря дал Крису и Эшли совместное задание. Пускай побудут немного. Неплохо. Он так боится, что Эшли ему откажет. Да не будет этого. Чего именно? Ни того, ни другого. Потому что смелости к ней подкатить он наберется разве что под дулом пистолета. Так. Нашлась группа Ебало Воробья. Че? Стримерного поколения. Что? Если ебу, то ебу жестко написано. Я иду уже по ссылкам. Так. Удивительно. Удивительно. Здесь какая-то карта, не знаю. Дома. Вот это хорошо, смотри, тут серьезный вопрос уже начинается. Так. Лучше быть с одной тёлкой всю жизнь или попробовать несколько, чтобы добраться опыта? Не знаю. Ты скажешь. Я? Почему я? Не знаю. Сейчас скажем ему с одной тёлкой, он так всю жизнь с одной тёлкой, понимаешь, проживет. Я хотел сказать... Всю жизнь! Ой-ой-ой-ой-ой, здесь уже serious business начинается. Да. Здесь, мне кажется, без вилки можно. Для меня очень важно, что все снова приехали в этом году, и что ты приехал, Сэм. Скажу честно, мне... Жутко находиться здесь. Прошла инфа, что Антон встал на Петра. Я хочу, чтобы мы хорошо провели время. Ты заебал уже с этим. Тут осторожно. Да я уж как-нибудь осилю эту старую лесенку.
Ну, интересно, на самом деле. Главное, что интересно, что будет дальше. Мне очень да, интересно. Мы так до 2 часа сидим уже. Да, да, правда? Да. Я тебе говорю, время летит за ней просто незаметно. Если красивое дерьмо увидишь, делай скриншот. Удивительно, почему ты по этой игре еще мало скриншотов в гугле. Лишь бы в конечном итоге была горячая вода. Билку дай, думаю, так. Да, ну, давай, билку. Давай, билку. Не, давай, билку. Ясно. Да уж. Здесь жутковато. Ага. Сюда не стоит ходить одной. А давай сначала Дауму, а потом... Потому что сначала вино давно. На пиво – диво, а пиво на вино – говно. Так. Ты можешь поддержать? Что? А что там? Ты посмотри сюда, чтобы я видел, что делаю. Ты понял, да, что там? Над ним можно издеваться сейчас. Как? Пошевелись. Эй, можешь следить сюда? Мне нужно видеть, что я делаю. Может, вот током грохнет, если ты ему не будешь светить? О, такое может быть. Просто вот так! Зато мы увидим чувака. Мне нужен свет именно здесь, ясно? Соси члены. Иди ты нахер! Сейчас нас тут прикончат анальным кинжалом. Специально. Эй, наблюдается серьезный дефицит света. Осветитель, вернитесь на базу. Так, это сметан? Да, нет, это, ну да, типа того. В общем, я вот так предлагаю. Да что ж такое-то? Что это? А, благодарю. Благодарю. Давайте, ну, чё? Будет вообще что-нибудь? Ну, походу, ты должен в данной ситуации. Отлично. Слава тебе. Но тут можно сделать другую штуку. Так, первым делом нужно увеличить давление воды, а потом можно включать бойлер. Звучит очень сложно. На самом деле, это проще простого. Какой бэм! Увеличил давление. Так, оп. Что поломало? Ты видел? Молодец. Кто-то сбежал. Это хорошо. Кто-то сбежал куда? Туда! К ним. Все что угодно, но ничего хорошего. Эй, прекрати. Я просто тебя погнал. А ты реально испугалась. Популярное решение. О, Господи. Не шевелись. Что? У тебя за спиной. Ну да, сейчас. Попался, хотел посмотреть. Ну вот и нет. Вот и да. Зайка, чтобы напугать меня, тебе придется очень постараться. Так, ты ведь это тоже слышишь? Джош. Что? Какой-то... Джош реально выглядит очень крипи. Это как-то очень странно. Да. Джош стрёмный. Ну нет. Я не пойду смотреть. Давай ты возьмешь поесть, короче, да. Поиграй. Да ну. А что если вот это труба вот-вот лопнет или с котлом проблема? Вряд ли. На твоем месте я бы проверила, а то потом родители убьют. Да, ты права. Ладно. Там чья-то. Конечность! О, господи, блин! Ха-ха-ха!
Лена! Фу, клёво я прикололся. Реально, идиот. Чего? Да, вообще отлично. Вот зачем так делать? Скажи! Тут столько всякого прикольного старого хлама, ты не представляешь, я просто не мог удержаться. Ты что вообще? А ты был в курсе? Не, а жаль, с тем, что надо. Шутнички, называется. Уэлэ. Я готова признать, что твой тупой розыгрыш, пожалуй, был смешной. Ну так, чуть-чуть. Мастер шуток. А вот про шутки я ничего не говорила. Твой розыгрыш тупой. Скажи честно, ты насмерть перепугалась. А вот и нет. Ну пустила ведь штаны, Джош! А? Что это на тебе за балахон? Я нашел призвание. Надеюсь, ты примешь обет молчания. Ладно, ладно. Ты хоть доску нашел? God damn service. А вот наш пропуск в мир духа. Знаете что? Нет, нет. Шутки за 300. Хватит с меня кошмаров. Предсказываю себе горячую ванну прямо сейчас. А вы развлекайтесь. О, кстати, берегитесь Джоша. Он приколист. Хорошо. Хуев. Все, что ли? А, вот, видишь? Ты видишь, ты оказываешься как будто в одном и том же кабинете, но окружение все время разное. Да. Соответственно, мы понимаем, что это абстракция. Почему? Это может быть разный период времени. Я хочу понять, как ты относишься к людям, которые боятся одиночества. Очкарик реально мастицкий. Ты разделяешь этот страх? Как ты относишься к тем, кто этого боится? Я презираю. Ясно. Майк боится одиночества. Тебе его жалко? Знаешь, это очевидно из твоих поступков. И он, наверное, является психотерапевтом для убийцы. Да, я играл в нее один в темноте, но не срал. Посрал заранее. Теперь давай. Я хочу жрать и срать, а играть говно, пишет агрессион. Какие качества ты ценишь в себе и в других? Что тебе важнее найти в друзьях? Тут вообще. Или честность. Ситуационка стафит. То значит есть, это. Ты не станешь лгать, даже если это будет грозить твоему другу проблемами. А если честность против доброты? Доброта, пожалуй, впрямь не так уж важна. Зачем помогать другим? Главное принципы, а? К сожалению, наше время вышло. Еще увидимся. Я так понял, что вам игра зашла. Что не так с Beyond Two Souls тогда? Все. Если вы поиграете, вы поймете, что с ней не так. Ну, много. Извините. Это, видимо, типа... Мы просто пошутили, как бы глава заканчивается. Да, и тебе напоминают на всякий случай. Да. Ну и плюс, ну, разбито сегодня просто, если хочешь остановить, вот эти серии посмотреть. Ханны и Бет Вашингтон. Таинственное исчезновение вот так выглядит. Я точно знаю. Ханна и Бет оценили бы то, что мы до сих пор вместе и думаем о них. Психолог странный и сраный. Готовы снова подружиться. Кстати, Dishonored-то ебический бац. Снова, прости, ну да. Ты что-то сказала? Ты что? Ну там, не правда, никаких нет изменений, ужас? Кроме хватит! Того, что HD добавили. Майк, почему бы вам с Джесс но не заглянуть в гостевую хижину? Ну, в целом, что-то менять такое, да? Хорошо. Ты это слышал? Да. Что это на тебе за балахон? А вот наш пропуск в мир духа. О, кстати, берегитесь Джоша, он прикалит. Берегитесь Георгия. Сама напросилась. Он съест весь ваш шашлык. Да.
Джесс! Итак, читаю. Глава 3, изоляция. Для контакта с миром духов вы должны освободить свой разум от всех предубеждений, отбросить все запреты и отдаться воле других, подчиняя все свои желания прихотям властителя духов, то есть моим. Не выдумывай, Крис. И все присутствующие снимут свои одежды по моему повелению. Крис, брось, это серьезно. Я предельно серьезен. Заткнись, а? Поехали. Да, давайте. Ну ладно. Будь что будет. Эшли, ты у нас новообращенная, тебе и быть медиумом. Ладно. Она будет говорить страшным дух, голосом? Ты здесь? Кто? Вот эта баба. Медиум? Да, нет, ну нет. Блять, было бы круто. Явись, да. И чтобы голова вращалась. Да. Вот это вся херня, прикинь. Ну, сидишь, играешь в PlayStation. И вагина хлюпает. А тем... Постойте-ка! Что? Стоять, ну только... Она движется! Буква? Что она пишет? Погоди. Как она движется? Это ты? Клянусь, она сама едет. Офигеть. Помогите. Как мы можем помочь? Не знаю. Что это значит? Чтобы понять, надо узнать, кто говорит. Кто же ты? О, опять! Так, С. Е. С. Т. Р. Сестра. Сестра. Чья сестра? Да ладно, моя. Заткнись. С твоего деда. Джош. Это наверняка. Да? Так, ладно. Которая из сестер? Эшли, спроси, кто это. С нами. Бет? Это ты? О, боже. Нет. Да бросьте вы. Джош, может... Ничего. Ты уверен, может, хватит? Нет. Слушай, не надо. Я хочу знать, что она говорит. Не знаю, я говорю, Джош выглядит просто, подумай. Как ампутатор 666. Да, это он и есть. Мы... This is actually. Что тогда случилось? Сейчас. Бет, мы хотим знать, что с тобой случилось. Ты расскажешь? Хан. А. Н. Н. Это Ханна. Дальше ползет. П. И. Ли. Господи. Убили. Ребят, как это понимать? Я не хочу продолжать. Мы должны. Ты только не нервничай. Она вроде говорит, что кто-то убил Ханну. Я не знаю. Ты просто спроси еще. Ладно. Так. Кто убил Хану? Скажи нам. Пидоры. П-И. Библиотека. Может, в библиотеке что-то? У-Л-И-К. Улика. Значит, есть улика. Библиотека. Охренеть. Крис. Знаете что? Бред это все. Это неправда. Джош, я не знаю, что происходит. Слушай, я не знаю. Может, ты думаешь, что все эти дурацкие шуточки как-то помогут мне справиться с горем? Но это не круто. Джош, нет! Это же изначально твоя идея! Эй, успокойся, Эшли. Только этого мне не хватало, придурки! Дебил какой-то. Пойдем его догоним? Да ну его. Не, лучше не надо. Так, да и дальше штука, я осилил. Это было дико. Стрелка аж со стола улетела. Если ты притворялась, это было мега убедительно. Ты не притворялась, ты что? Надо выполнить просьбу. Поискать в библиотеке. Так. Джесс. Вот. Джесс! Главное называется убийство шлюхи. Твою мать. Джесс?
Давай, выходи. Это не смешно. Джесс! Это не смешно, бабуля. Не эй, смешно. Ты здесь? Ты в тракторе? Угу. Джесс! Блядь! А что это? О! Охренеть! Фу. Чуть и штанов не выпрыгнул. Откуда тут эта фиговина? Реально, я помер, если бы я что-нибудь такое увидел. Так, сейчас. Где? Салфетка нужна. Для продолжения игру нужна салфетка. Нет, да. Вам они не падут. Пидоры. Нет. Вот, у меня здесь есть. А есть бумажная? Не. Надо. Туалетная бумага есть. Играй, короче. Угу. Слышишь? Слышишь? Это не смешно. Я торжественно обещаю не убивать тебя, когда найду. Так. Ну ты даёшь. Здорово вышло. Нет, нет. Стой, 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 ты должен это увидеть, ты должен, смотри. Нет, Майк, ты меня снимала? Вот это лицо. Я испугался, Джесс, нельзя так пугать людей, да еще посреди леса, страшно же. Ой, я тебя не пугал. Если ты это запостишь, я тебя убью. Не думала, что ты умеешь визжать, как девчонка, Майкл. А ты, оказывается, умеешь. Можно лишь напугав его до потери штанов. Что там? Ну, короче, он искал, а на самом деле все это время пряталось и напугал его. Вот. А вот сейчас будет ответственный момент. Честность, очень честный теперь я. И Джесс меня любит. Mm-hmm. Она любит меня. She loves me not. А что за вопрос был? Не помню. Это ответ надо. Хуй сосать типа будешь? Так. Сдохни, ну, штаны ты пока на мне. О, да неужели? Да. Старайся лучше. Это вызов, что ли? Но я надеюсь, ты крепкий малый, потому что сейчас на тебя обрушится вся мощь моих пугательных талантов. Реально, штаны снимать, штаны, а там хер у нее в трусах. Что? Ну, что? Пугательных талантов. Вся мощь моих пугательных талантов на тебя бросится, реально. Он засовывает пальцы ей в трусы, а там член. Его. И он такой... Так. Тут вообще одни живописные... Класс. Они реально до этой хижины идут. Я прямо знаю, сколько времени. Настоящая земля сказка. Сказку могу устроить. Причем они, я так понял, в обход пошли, то есть ходят кругами. Там кто-то кричал как будто. Фу, это наверняка белка или... Белка. Белки хвост придавило. С бревном. Трактором. Бррр. Представляешься, реально, чудовище. Олень, убийца. Он нас чуть не зашиб. Статус обновлен. Олень не зашиб. Повторяю, олень не зашиб. Просто реально. Погодные эффекты 10 из 10. Мило. 10 снежинок из 10. Как ты обещал. Что, что? Хижина. Здесь не плохо. Ля, хижина. Здесь не плохо. А это что такое?
Да что же это такое? Да ладно, пойдем в хижину сначала. Зайдем. Че там? Что народ-то пишет вообще? Народ пишет. Как там, заснули? 10 частиц из 10. Просто олень, друг барсука и воробья. Хочет отомстить. В хижине холодно, в хижине койка. Георгий, у меня дочка вас постоянно смотрит, очень нравится. Помматериться, пожалуйста, ради нее. Зовут Настя. Даже как неудобно, согласись. Да. Привет, Настя. Не ругайся. Вот смотри, какая маска хорошая. Хочу себе такую. Так. Сладкая месть. Ей 5 лет, пишут. Будем пугать. Настю? Да. Да, надо испугать Настю. Мне кажется, из-за этого решения все закончится плохо. Да, скорее всего. Она поворачивается, а у нее там такая же. Шлюха, так тебе и надо. Сейчас же прекрати надо мной ржать. Я отомщен. Ну нет, это нечестно. Я оплатил тебе той же монетой. Я тебя пугнула, но не бросала в воду. Дед, я сделаю все, что смогу, чтобы согреть. Твоя дочь мой дед, пишет. Я обещаю. Так, статус обновлен. Вот тут крюки, смотри, какие-то классные висят. Классные крюки. Та-та-ра-та-ра. Так. 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 Камень. Баба. Смотри, какой. Пасторальный, как шер? Да, да. Шер. Нет, это не шер нажал. Не шер. Просто, блядь, олень, реально. Сука, олень преследователь. Что-то, а вот. Теку от голоса Бродеева, но меня зовут не Настя. Там, походу, олень... Охладило трахами. Во-во-во, там свежая тушка оленя, смотри. Писи-писи, хорошо. Это ужасно. Шуть, похоже, ему конец. Забить оленя? Бить, конечно. У вас Майк таким дебилом и уродом получается, так еще и трус. Ну да. Эй, я избавлю тебя от мучения. О, нет. Так. Вот это хорошо. Ты решил избавить его? Да. Так. Майк, что ты наделал? Что за фигня? Оторвалась! Беги! Беги! Господи, что это было? Я не знаю! С тобой! Сюда! Сюда, Марк! Давай сюда! Смотри! Смотри! Чуть-чуть.
Да, кстати, если вот нам напоминают, что мы собирались пропускать некоторые какие-то... Да. Это медведь? Поэтому... Так напряженно просто. Да, ты еще не могу пропустить. Так нравится. Эй, сюда он к нам не пропускай ни одного. Откуда ты знаешь? Элементарно, Джесс. Медведи не умеют открывать двери. Ну, машины они как-то открывают. Что? Да вот. В сети видела. Правда? В сети? Да. Мало ли что в сеть выложат. Это реальная жизнь. Обещаю, что медведь и никакой другой зверь эту дверь не откроет. Наверное. Сейчас такой. Добрый день. Будем считать, мне почти полегчало. Ну, почти. Ну, конечно. Чем она недовольна? А я почему-то ожидала уютный домик. Хуёв. Как-то сквозит. Кто решил? Нам не нужно погодить, чтобы согреться. Майкл, изволь обеспечить своей даме романтическую обстановку. Твоя дама хотела бы прижать к твоей груди в тепле и при уютном свете очага, понятно? Ну вот, потрёмся друг от друга и разогреемся как следует. Майк, камин и уютный свет. Да. Канина и уютный свет. Ну что теперь, симулятор рубли, симулятор дровосек сейчас будет или что? Ой, тут нет того-то всего-то. Так, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, я все делаю, как ты говоришь! Вот, так. Это сойдет за уютный свет. Налево сейчас. Ну, короче, вот эту. Ну, просто спички можно долго искать. Вот это, обожаю такие игры. Управление моторикой. Так, что, где спички? Налево. Налево. Еще раз налево, вот на столе слева, видишь, лежат маленькие. А вот здесь нет? О, Джесс! Здесь можно, можно где походить, на самом деле, всяко пособирать круче. Дополнительного прикола. Показать, смотри, какая пушка! А? Как тебе? О, господи, ну почему мужики так дуреют при виде... Нет? Глупой женщине этого не понять. Так. Далее давай. Веди нас сквозь частицы. Так. Вот так. Сказки и мифы коренных жителей. Да. Если не хочешь целоваться с ледяной статуей, советую развести огонь. Сейчас же. Видать, не только нам пришлось встретить жутких местных медведей. Мне от этого нисколечко не легче. Так, окей. Давай дальше. Кружусь. Дальше давай. А что, нет? А всё? Тут две страницы все в книге. Да, да, понятно. Так. Ну. Вот Майкл, он. Ты же огонь разжигаешь. Ты замолчи вообще. Ну сколько можно еще время тянуть? Так, где там ты говорил? Вот, вот, вот у столика. Столик. Где мой телефон? Черт. Майк! Что? Вот, черт! Что? Да где он? Что? Что такое? Он потерялся. Блин. Джесс, притормози. Кто потерялся? Мой телефон, Шерлок. Что? Притормози, ты часто говоришь? Да. Витя, да. Притормози. Притормози. Кто потерялся? Если я его не найду, родаки, меня убьют. Но купишь другой. Да это уже четвертый за год. Ладно, ладно. Ну, давай его поищем. Так а что спички-то? Он точно так ты взял их или нет? Ну, нет, уже. Долго ходил. Как-то не хочется сейчас лезть туда, к медведю. Или кто там. Ладно. А еще я
Из-за тебя вся мокрая, как курица. Ясно тебе, придурок? Додумался тоже. Ну, прости меня, Джесс. Наверняка он упал в воду и теперь даже не работает. Так что какая разница? Классно, значит, я вообще... Жопа, раком, жопа, херсонина, дура, еби. Согреешься, сука, жопа. Из обстановки один диван, жопа. Четвертый за год. Подними диван, сука. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка! И два из четырех, она вся в манде похерила! Сори, пишет. Ну-ка, ну-ка. Сейчас будет. Где ебли? Где кутое засовывание члена? Или наоборот, высовывание члена. Из брюк. Скорее будет про это кутое. Опаньки! Зарядил-то, а? Огню. Я веду. Ну вот, миледи, чего вы еще изволите? Знаешь, а вот круто было бы сейчас чего-нибудь выпить. Ну, если бы я знал заранее. Понимаешь, я как-то не в настроении. Пока. Что-то. То есть баба ему говорит, а я не в настроении, смотри, какой у него вид сразу. Такой. Блять, такой, что за... Давай лучше целоваться! Я так всегда говорю. Лучше? Лучше. Давай целоваться. Нет, просто именно давай лучше целоваться. Давай лучше целоваться. Может, надо просто зажмуриться и прыгнуть? Ну, типа как прыгают в бассейн. Что? То есть начать потихонечку. Ну, с поцелуев. А там как пойдет. Ты серьезно? Думал, это сработает? Всегда работало. Ну и кретин. Майк, ставни. Что ставни? Может, закроешь их? Брось, там никого нет. Мне кажется, что кто-то смотрит. Мне не по себе. Джесс, правда. Ну, хватит. Мне реально не по себе. Ладно, пойду закрою. Реально. Так. Так. Да, господи, сейчас будет какой-нибудь очень странный момент наверняка. Ты думаешь? Да. Не хочешь смотреть в телевизор? Да, реально. Вуаля. Да сейчас какой-то... А телефон ты нашел? Нет. Извини. Прости, я что-то на взводе. И мне сложно, но ни в чем не бывало продолжать игру, понимаешь? Что? Какую игру? Слушай, я, конечно, всегда делаю вид, что я вся такая дико уверенная сексуальная штучка. Но если говорить честно... Ну, я немного комплексую. Слишком волосатая промежность. Да, ну, брось. Что? Что за бред? Вот только не надо строить из себя трусиху. Это правда. Как все сложно. Ну, вот такая вот я сложная. Класс. Что? Я думал, ты... Подсосешь. Я думал, ты... Не из тех, кто любит все усложнять. Это что значит? Что я доступная? Нет, нет, то есть, что ты не такая сложная. Майкл. Майкл! Знаешь, что... Ай-яй-яй! С одной Майкл. Стороны, я жалею, что ты такой классный. Майкл гей. А с другой? Попробуй найти теплое одеяло, мы закутаемся... Реально, тут капслохом уже народ пишет, типа, да давай, уже, просто. Сколько можно? Это все-таки видеоигра, ребят. Это не реальная жизнь. В реальной жизни надо действовать быстро. Так, и что надо делать? Быстро надо действовать, решительно. Берешь за волосы, тащишь, делаешь это, сидишь 5 лет, выходишь. Нет, пока ищу. Ты пошел за телефоном, что ли? Нет. За свет. Свет. Сейчас опять что-нибудь наверняка увидим. Выскочит оттуда, да?
Открываешь, там член черный такой, бум, тебе вываливается. Что с этим черным членом? Я? Вот тебе на. Что там, Джесс? Что ты делаешь? Это пробки. Я знаю, что это пробки. Ты все сломал. Да это просто контакты замкнуло. Это у тебя контакты замкнуло. Реально. Реально замкнуло контакты человек. Потом с тобой 5 лет это делают. Это не шутка. Где нелинейность? Георгий ведет себя как царь сексизма, а баба до сих пор не послала его нахер. Одеяло? Так. Фотография. Фотография. Одеяло. Точно. Сейчас принесу. Ты заебешь. Одеяло в сундуке. Да. Одеяло в сундуке. На-ней, на-ней. О, господи. Я туда не хочу. Да, я не хочу туда идти даже. Так, еще книжка. Там тоже 2 страницы. Кама Сутра. Вот. Так, такой. Так. Открывать, не открывать. Вдруг что-нибудь выпадет. Так. Вот это да. Молодцы, ребята. Молодцы, ребята. О, вряд ли я готов к такому продвинутому геймплею. Кама Сутра с 2 позами, рекордная, супер лаконичная. Так, туалет, на-на-на-на-на-на. Да, сейчас мы должны отодвинуться, а там... Отвали! Вот дерьмо, дерьмо. Мне тоже так часто ну, говорю. Вот дерьмо, дерьмо. Так, дерьмо, дерьмо. Нет, частицы просто. Я реально, мне очень нравится в новом поколении, в играх в новом поколении, больше всего мне нравятся частицы. Это пыль в воздухе? Да, она везде есть теперь. И это класс. Господи, открытие каждого ящика вызывает у меня шок и трепет. Ваш заказ, мадам. Одно одеяло для ведьм. Это очень круто. Очень крутое это видение. Да? Мне очень нравится. Гладкого, просто какое-то реально дико стрёмное. Обнажённого. На самом деле мы с Петровым видим мир именно так. Да, 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 так и есть. И только в видеоиграх мы видим все. Майк, что это? Я не знаю. Ну так выясни. Давай. Так. Такой ушел. А что, куда идти? Говорите мне, что в ванную надо идти опять. Ты отстань. Bad shit going down. Опаньки. Твой телефон! Что? А как это мой телефон? Я не знаю. Прилетел в окно. Реально? Этот человек хочет только добра. Ах, так какого хрена? Вот же тварь. Что? Эти уроды наверняка пришли сюда к нам и пакостят. Дождались, когда мы к делу приступим. Типа как год назад? Уроды! Я к вам обращаюсь! Я знаю, что вы там! Да-да. Нахрена вы приперлись? Что, так охота помешать нам? Просто. Знаете что? Обладайтесь! Я проспаюсь в 7 утра и еще бухой. Потому что у нас сейчас будет секс. Да-да, мы с Майклом будем трахаться. По полной программе. По полной! Наконец-то! Мы приступаем. Нельзя разобрать. Мы приступаем. Приступаем к траханию. Да. Так. Иди к ней. Вот так. Потрахались. Реально, ты рассчитывал все это время на то, что что-то состоится, но нет. Думаешь, это они с нами разговаривают?
знаю, что лучше, чтобы да или чтобы нет. Частицы. Надо выяснить. Ребята, спрашивает СВТР-911, а как это трахаться по полной программе? Я даже не знаю, кстати. Интересно будет вообще найти какое-то объяснение этого феномена. Трахаться по полной. По полной программе, реально. Биг тайм. Это реально. Мне казалось, только с Windows можно так. С живыми людьми невозможно так делать. Можно делать только с машиной. Полчаса она еще теплая, пишет. Черт. Ну давай дойдем до того места, когда кого-нибудь уже убьют. Вот жесть! Ты цела? Да вроде бы. Ты здесь был? Ой, что? Да? Уже не помню. Что? Что это? Кнопка. Кнопка что? Зачем здесь кнопка? Зачем здесь кнопка? Что, нажать? Именно для этого и нужны кнопки. Реально, бич, плиз. Вот это вот, что я называю геймплей. Взрыв мозга! Я тоже все время так говорю. Взрыв мозга по полной программе. Дерьмо, дерьмо. Дерьмо, дерьмо, взрыв мозга. Ну что, давай заглянем? Да, мы вперед. Не-не-не-не-не, ты иди. Вот, спасибо. Класс. Вот это вообще нравится. Нравится. Так, и что, куда идти-то? Вот нам пишут. Вагинка, анал, блоуджоб, золотой дождь, фистинг, все пункты пройти, короче. Можно на полшишечки, можно по полной. Что это такое? Что? Это что? Ебать. Ты видел вот это? Я вообще из них кровь вот это. Да, да, да. Афиша металлической группы. Yes. Так, я не хочу тебя пугать, но... Ну, здесь написано. Глянь сюда. Что? Крис, что это? Это, кажется, то, на что указывала гадальная доска. Подсказка? Да, это письмо. Покажи-ка мне. Да, это письмо. Крис. Все серьезно. Надо найти Джоша. Прямо сейчас. Это все говном написано, спрашивают? Конечно. Птичьим. Неприятным таким. Сереньким. Так, надо найти Джоша. Тей, будешь сметану? Тей. Не надо ему сметану. Не надо? Не надо. Так, что такое? Куда идти? Куда идти? Опаньки, а дверь-то открылась. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это? Что это? Мать твою. Смотри, как это можно делать. Вот так. О. Мать, бери, мать. Опять они не сдавали книги 16 лет. Если так, то это просто... Что нужно сделать, чтобы игра не подлагивала? Значит, смотрите, снимать штаны. Берете зубочистку. Так, слышь, тут трупики, по-моему, нет? Да. Это трупик? Нет, да это... Да нет! Так. Нет, по-моему, справка с места работы. Так, департамент, дорогой доктор, спасибо. Приятно знать, что племя до сих пор связь с этим, даже несмотря на одни у нас проблемы, графики бездомные, чужеродных предков, сюда с потомками племени, сюда с подсоединением, все отстоит, все будет нелегко. Это-то, опять видел этого чокнутого, генератор. Так, понятно. Все указывает на то, что здесь абсолютно безопасно. Так. Так, 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 так. Господи, жутковат, конечно, все это. Да? Да. Do you actually feel your anus moving? Thank you.
кое-что любопытное. Что? Такой плакат разыскивается, как в вестернах, типа. И? И Сэм Бакадалов. Так это что, выходит здесь? Кто вешает в коридоре портрет индейца? Там портрет деда моего. Крис, если таким образом ты пытался меня подбодрить, ты уволен. Слышала? Это Джосс! Джосс! Так. А, сейчас будет это. Что с тобой? Я сейчас. Пальцем бьется в дверь. Эш? Эш! На, говно ты. Это было в тотеме. Скриншот. Петр, Георгий, вы когда-нибудь пугались так, что срали штаны в прямом смысле? Нет. Нет. Вот сейчас скриншот, идиот! Не-не-не. Там уже был скриншот, когда он нагинался, да? Ладно. Электрик. Подозрительный тип какой-то, как ты думаешь? Мне кажется, он что-то задумал. Думаешь? Возможно, техничка. Ух ты, нормально. Клоун висит, видишь? Да. Более-менее. И кишочки. Да. И змея там была, да. Секси тайм опять, ага. Сейчас я покажу тебе фотографии людей, которых ты знаешь и любишь. Элвис Пресли? Или, возможно, просто делаешь вид, что любишь. А, это, честно быть, неплохо. Итак, это упражнение в частности. Скажи, кто из каждой пары тебе больше нравится. Не спеши, твой ответ... А теперь напоминает мне вторую пилу, ну да. Реально, этот чувак крипи. Пиздец. Я пойду на паузу. Пойду бутеров намочу, поставь на паузу. Раз. Я хочу срать, паузу жми. Нет, еще не пилили. Но вот сейчас будем пилить. Давай за бабу. За тупую шлюху. Это вообще реально. Сумерки слева и... Ну а что делать? Ну да. А за что пидора. Делать? Придется за пидора. Очень интересно. В этой игре, в которую ты так прилежно играешь, кто тебе совсем не нравится? Угу. Ну, наверное, педик. Вынужден признать, он тот еще. Тип. Ты смотри, как бы его показная храбрость не сломала тебе игру. Давай посмотрим, что станет с Майком. Ну, вы, наш сеанс вновь подошел к концу. Свекла пересмешивается. Что? Свекла-пересмешница. Свекла-пересмешница? Угу. Да, уютно у него кабинет, безусловно. У нас есть один подозреваемый, но его местонахождение неизвестно. У него был старый конфликт с семьей Вашингтонов. Он упорно требовал, чтобы они прекратили строительство в Blackwood Pines. Заявлял, что это священная земля его предков. С. Е. С. Т. Сестра. Так, что, упор будем говорить? Спаси часиста. Джош, это что? Наверняка... Которая не сестра. Нет. Пускай бы какой-то, да. Сцена культа насилия, мы на ней закончим. Ты видел это видео?
Опять олень, только с руками. Брат погибшего оленя. Да, господи, что ж такое? Да давай уже. А, да, да, да. Вот это. Оп! Ой, ой! Как обещали. Чтобы окончить ее страдания, так сказать. Прыгнуть! Давай! Давай! Вообще, Супермен. Давай уже, скорее. Наконец, хоть музыка началась. Да. Кстати, круто, не знаю, подача всего, это очень крутая, на мой взгляд. Он себя мотивирует. Типа опоздать, ну то есть вот ты долго ищешь тебя. Типа. Почему на приставках нет секса? Вы что смеетесь? Вон Dragon Age, сплошной секс или ведьма. Как-то он не спеша все это делает. Ну, ничего, уют. Да-да-да. Ты там что-то забыл взять, ну ладно, ну уже что? Подождет. Так, что, где? Вот, вот. Вон, видишь, слева? Да, да, вижу. Что-то нет. Там, да. О,
Мадафакин, мадафакин опять читается. Еще раз. Что, огромного кота он сейчас гладит? Это, видимо, там будет какая-то собака, и нужно что-то с ней сделать, надо она себе, тебе надо поможет. Она поможет нам. Очень неторопливо. Ёб твою мать! Ты посмотри! Это вот из-за того, что он раз... Да, и даже мы пропустили! Смотри! Реально! У меня она иначе выглядела в момент встречи, чем у тебя. Нет, Джессика! Бери! Что? Зыкали! Джессика! Эффект бабочки! Полный угар. И разрабочи такие! Это эффект бабочки. Стреляй! Да. Давай еще раз пропустим. Нет, давай сейчас не будем. Нет, почему? Потом пропустим. Сейчас не надо. Боже. Сейчас просто, если будешь пропускать, сейчас он просто не залезет. Быстро давай. Вот так! Нет. Мне кажется, ты озвучил это дело, реально получил кучу удовольствия. Да, да, да. Ничего, с курточки смотреть. Вон он. Вон он в курточке. Стой! Стреляй! Стреляй, Гоша, ниже перекрести! Я не очень хорошо. Оно вообще сломано. Понятно? Оно сломано. Я должен успеть. Давай, Гоша. Да как же вы заебали? Подожди, откуда у него зажигалка? Да, он же спички искал в камине. А вот теперь у него зажигалка есть. Потому что он классный. Конечно, кадры отличные, очень зрелищные. Мне очень нравится. Я думаю, на огромном телеке это будет просто бэс. Что такое? Ну, а теперь судьба деблачей. Джессику трахнули по полной программе. Отличный комментарий. 0 Джессик из 10. Самый длинный стрим от Disgusting Man, да. Потом можно челюсть, нижнюю челюсть можно будет найти? Не знаю.
Так. У меня от этого Джессика умерла. Пишут, выживет, если не свалится. Но у нас умерла. Да. Ну что делать? Мы не такие классные игроки, как вы. Поэтому у нас все будут умирать. Видимо. Кухонка такая просторная достаточно. Mm-hmm. Неплохая. Ножичек можно взять? Вот так вот. Хотелось бы ножичек взять, нет? Ну ладно. Хорошо. Там какая-то картина интересная. Вся в крови, по-моему. Нет? Окей. Статистика пока минус один, да. Какого хрена? Пятна крови. О, черт, нет! Да! Сейчас момент в конце главы будет эпик, до него доиграть и харе. Ау, ребята, что, ребята? Это игра о детстве Дрейка и его школьных друзей. Критические дни. Черкаши. Просто. Черкаши. Ну, это как пенис. Так. Эшли. Эшли. Ой. Та-та-та-та. Эшли. Есть автор, Эшли? Да. Здорово. Пётр, возьми телефон. Какого? Привет. Нет. Ой-ой-ой. Да. Что за хрень? Кто это сделал? Не знаю, кто это сделал, но ничего хорошего не предвидится. Так. 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 Окей. Окей. Так, и тут еще что-то было интересненькое. Кишочки. Кишочки. О, черт. Что такое? Свиная голова. И действительно свиная голова. Ничего не подпишешь тут. Свиная голова, она и в Африке свиная голова. Этот парень, наш новый друг. Ой, так все красиво нарисовано, прям. Лучше. А сколько сейчас времени? Время? 59. Вообще. Нормал, да? Да. Присели. Присели, ребеночка. Захватывающее дерьмо, согласись. Да. Вообще очень круто сделал. Обычная ночь Чертанова. Ну, не знаю. Чертанова дома хотя бы есть. Это что ты? Ты свинью находил там? Да. Свиная голова. Пробует позвать ее с другой интонацией. Вот подожди, ты нашел свиную голову? Да. Просто там лежала свиная голова, господи. Господи! А где туша? Че? А туша? Не знаю! Это же самое интересное. Сколько стрим уже идет? Уже скоро как 3 часа, блин. К полуночи можно было бы доиграть. Вторая половина игры гораздо хуже. Да и первая не огонь. Так. Где? Эшли! You don't want Эш, я здесь! Где ты? Попробуйте не пилить никого.
Все нормально? Что там? Вы с Мэдисоном идете секунду в секунду. Вот, да. Помоги мне! Я иду, Эш, ты все время... Один. Так. Крис, ты здесь? Сейчас, погоди. И спасибо, что присоединились ко мне. Сегодня мы проведем испытание воли. Эксперимент. Кого пилим, пацаны? Нам понадобятся эти двое подопытных. Джошуа и Эшли. Твою мать! Но есть еще один отважный участник, который решит, кому из них жить, а кому умереть. Господи, господи, господи! Вытащи нас отсюда! Пожалуйста, прошу вас, успокойтесь. Все очень просто. Кристофер. Прямо перед собой ты увидишь рычаг. Ты лишь должен выбрать, кого ты спасешь. Вот так. Нет, пожалуйста, этого не могу. Черт, черт, нет! Я не верю! Так, не выбирай, так, наверное, или все не будет знаю, нормально. Да. Дружище, братан, погоди, остановись, подумай. Крис, я не хочу умирать! Погодите, я что-то не соображу. Нельзя. Суки. Давай спасем Джоша. Или не знаю. Кого спасаем? А, вот видите, нельзя не пилить. Нельзя не пилить. Всех пили. Можно ли не пилить? Никого. Джош псих. Давайте бабу распилим, чтоб без сексизма. Не, баба одну уже убили. Да, да, одну бабу убили. Ничего, не бойся, я тебя спасу. Это же бред, и ты один не можешь такого быть. Или кого? А что? У тебя есть последний вариант. А, еще смешно, короче, ты в ее сторону можешь повернуть. Да, можешь. Мы с тобой столько пережили. Да, можешь. Ты можешь сказать, я тебя спасу, и повернуть в ее сторону. И это что-то... Смотри, посмотри, что будет. Все так навалилось, но я исправлюсь, честно. А, нет, в любой момент. Нет, не смотри, Эшли, не смотри! Что произошло? Крис, прошу, скажи мне, что он живой, Крис! Да, он живой. Конечно. Я сейчас, Эшли, я сейчас тебя освобожу. Капец. Надо уходить отсюда. Так, а тут есть сохранение? Блин. В этом и смысл. Представляешься? Крис? Эшли? Кровь? Кровь? Эш, чья это кровь? Ты ранена? Крис, что случилось? А, да, пишет, что Эшли тут убить нельзя, короче, ты в любом случае. Да нет, должен выбрать. Ты что, несёшь? И как спасти-то всех? Маньяк? Либо Эш! Все кишки. Все кишки. Все. По полной. Еду по полной. Бред какой-то. Надо позвать на помощь. Прямо пополам. Бомбу, пацаны, прям пополам. Нам нужно поискать остальных. Эм. Майк и Джесс где-то ублажают друг дружку, а Сэм неизвестно. Она должна быть в доме. Ладно, ладно, ты прав. Собери всех. Но если тут рыщет маньяк, нам нужно позвать на помощь, так ведь? А не сидеть и ждать. Ну как же... Что тут еще обсуждать? Пошли! Неси чемодан! В трениках такой. Пиздец.
соберите Джоша. Снова привет. Обстановка накаляется, правда? Все идет так, как тебе бы хотелось. Да. Ясно. Ты считаешь, эти ребята заслужили такую участь? Тебе потом будет плохо. Будет плохо всем. По твоей игре тебя никак не назовешь честным человеком. Скрафтить Джоша. Собираешься таким образом развлекаться. Вы меня пугаете. Тут есть. А, ну конечно, вот в чем загвоздка. Ты сможешь отличить реальность от вымысла. Сомневаюсь. Интересная ты личность. Ой. Ну что, да? Да. Ну и что? Я считаю, думаешь? Мы молодцы. Я считаю, что игра отличнейшая. Да? Просто отличнейшая. Ушел такой. Отличнейшая игра. Просто отличнейшая. Не, реально. Отличная игра. Да. Четыре. Сколько? 10 Антонов Логвинов из 10. Вот так вот, друзья. Спасибо всем. Хороших вам остатков воскресенья. Любите друг друга. Недели, да. По полной.